Сегодня 8 декабря. 115 лет назад, 8 декабря 1905 года, в городе началась всеобщая забастовка, несколько раз переходившая в вооруженные выступления против властей. Чтобы подавить беспорядки, по приказу тогдашнего губернатора Дмитрия Засядко, Пушкинский народный дом был окружен войсками, полицией и казаками. После переговоров собравшиеся здесь активисты Совета рабочих депутатов, всего около 2000 человек, во избежание кровопролития решили сдаться. Всех находившихся в тот момент в здании арестовали, но после допросов большинство отпустили, и только организаторов беспорядков впоследствии приговорили к каторжным работам. Ежегодно 8 декабря отмечается Международный день художника. Кроме того, в России сегодня праздник у работников всех подразделений казначейства. Поздравление с днем рождения сегодня принимает почетный гражданин Самарской области Борис Федорович Ремезенцев. 8 декабря в разные годы также были рождены советский космонавт, генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза Владимир Шаталов, советский российский актер театра и кино Евгений Стеблов, советская российская актриса театра и кино Елена Валюшкина и другие известные люди. В народном календаре сегодня Клим Холодный. Особое поверье на Руси было связано с людьми, появившимися на свет в этот день. Наши предки говорили, что у избы родившегося на Клима собираются волки. Поэтому такой человек старался лишний раз не выходить из дома, особенно с наступлением темноты. Этими многими интересными событиями был знаменательным в истории 8 день декабря. Замечательного вам настроения и удачи в делах!